Снова в ЗАГС десятилетия спустя. В честь Дня города и Дня республики во дворце торжеств чествовали семейные пары, доказавшие на деле прочность своего брака. Возможность надеть белое платье и вновь почувствовать себя молодоженами представилась тем, кто отметил бриллиантовые, золотые, сапфировые и рубиновые свадьбы. 10 пар прошли под звуки марша Мендельсона. Но теперь радость праздника с ними разделили дети, внуки и даже правнуки. Чем больше по времени, когда наши челнинцы шли по жизни, чем крепче становится не только металл от золота до бриллианта, но и крепче становятся семейные узы. Но, несмотря на солидную дату, каждая пара помнит о дне встречи и с радостью делится секретом счастливого брака. По словам юбиляров, формула проста – всегда быть вместе и в горе, и в радости. Как утверждают собравшиеся, ни у кого из них за годы совместной жизни не возникало мысли о разводе. Надо жить. 60 лет вместе так. Что это значит? Наверное, любовь. Я воспитывалась в детском доме. Закончила строительное училище и по направлению попала в город Пермь, а он учился в Перми. И там на танцах познакомились в 15-16-летнем возрасте, и вот с той поры вместе.